В России увеличат денежные выплаты по случаю рождения третьего ребенка. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Помимо этого, повысился и прожиточный минимум для детей. В связи с этим общий объем субсидий для субъектов Российской Федерации увеличен до 13,7 миллиардов рублей. В списке дотационных регионов находится и Чувашия. Данное распоряжение позволит обеспечить все нуждающиеся семьи денежными средствами.